зовут Коршунова Ирина. Я живу в городе Ейске, это Краснодарский край, на Азовском море. Всю жизнь я отработала в санатории Ейск 42 года в физиоотделении. У меня был целый букет болезней. А после того, когда я пришла на курс, я его прошла, у меня прошли головные боли. У меня прошла эта аллергия, которую я лечила. У меня прошла бессонница. Я стала вести активный образ жизни. Я стала, как прежде, вставать рано, 5:30. Я решаю все свои финансовые проблемы. И я получила на этом курсе энергию. Вот это состояние счастья, радости, пробуждение я обрела только благодаря нашей простой, уникальной методике, которая нужна каждому человеку.